Книга «Екклесиаст. Премудрость Соломонова». «Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем, и возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». «Суета, сует», — сказал Екклесиаст, — «все суета». Кроме того, что Екклесиаст был мудр, он учил еще народы знанию. Он все испытал, исследовал и составил много притчей. Состарился Екклесиаст проискивать изящные изречения и слова истины, написанные им верно. Слова мудрых, как иглы и как битые гвозди, и составители их от единого пастыря. А что сверх всего этого, сын мой, того берегись. Составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела. Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека, ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо оно или...